Из-за коронавирусной инфекции страдают не только простые люди, но и знаменитости. Прокомментировала сложившуюся ситуацию и Ольга Зарубина. Несмотря на то, что сейчас даже самые преданные поклонники вряд ли смогут вспомнить хоть один свежий хит Ольги Зарубиной, певица все равно продолжает много работать. Прославившаяся благодаря таким песням, как «Разлучница», «Разлука» и «На теплоходе музыка» играет Ольга Зарубина, пользуется популярностью. Ее зовут на корпоративные мероприятия и на сборные концерты. Однако из-за пандемии коронавируса, который свирепствует по всему миру, количество выступлений артистки стало снижаться. С работой сейчас у всех плохо. Артисты готовы работать в барах и ресторанах, чтобы только выжить. Понятно, что за такие выступления платят 3 копейки. Но делать нечего, все соглашаются, с сожалением сообщила Ольга Зарубина. Впрочем, сама Ольга Зарубина не нищенствует. В свое время, когда она была на пике популярности, ей удалось отложить средства, которые сейчас как нельзя кстати. К тому же, ее продолжают приглашать на заказники.